Вы исполнили сейчас очень интересную интерпретацию песни «Городок». Это же песня Анжелики, мы ее даже не сразу узнали. Почему появилась идея эту песню исполнить? Почему она стала еще грустнее, чем она есть в оригинале? Да все очень просто. Во-первых, в этой интерпретации Анжелика поет ее много лет. Это ее концертная аранжировка. Я просто спел на октаву ниже. Мы даже тональность не меняли. Вообще просили спеть ее, но она как бы сказала, что не сможет спеть просто. Я-то еле дотянул. Чуть не разревелся. Анжелика бы не спела просто. Вот. Поэтому она попросила меня это сделать. Ну, мы очень сочувствуем всем тем неприятностям, которые с вами происходят. Мы надеемся, что черная полоса закончится. И скажите, у вас есть какой-то вот секрет, ну вот как собраться, когда нужно собраться, даже если очень трудно? Вы что с собой сами делаете? Ну как вы тут собираетесь на работу? Вам же надо выйти, отработать, надо же улыбнуться. Я каждый раз удивляюсь, как я это делаю. Трудно. Просто, вы знаете, есть... Шансов бывает, шансов-то нет. А откосить шансов нет. Особенно, чем старше становишься, тем меньше шансов увернуть отчет. Когда ты понимаешь, что ты самый главный, самый взрослый, и на тебя все надеются, надо делать то, что обязан, и все. У вас очень трудная работа, но в этом году все эти трудности смягчаются тем, что Игорю Яковлевичу юбилей, большой день рождения. А скажите, секретная информация, что ваша семья подарит Игорю Яковлевичу на юбилей? Честно говоря, этим как раз вопросом жена сейчас занимается. Ну, будем надеяться, что после праздника, может, вы нам об этом расскажете. Спасибо.